Ты снимаешь? Его должность официально называется мясной сомелье. Я даже не знаю, как к нему подступиться. How to start selling this product in Minsk? So we started looking at where to find the fridges. We found them in Germany from the dry age company. We found special steak knives in Paris. We found a cook from Germany that flew over to Belarus to train our chefs on how to create the perfect steak. Then we found a meat supplier. We take our meat from Russia and it comes on the bone. К нам приезжал специалист из Германии, который представитель именно фирмы, которая производит камеры для сухого вызревания. Ронни Эмберг, он называл себя, его должность официально называется мясной сомелье. Это человек, который провел нам курсы, рассказал нам правильно, как, в каких условиях созревает мясо, рассказал нам полностью все химические процессы, которые происходят, для того, чтобы мы обладали этими знаниями и могли поделиться этими знаниями с нашими гостями. And then the process is really simple. You open the fridge, you put the meat in, you close the door and you don't touch it for 36 days. And then you take it out and you trim the meat. Смысл в том заключается, что говядина находится в определенных условиях, в определенной влажности, в определенной температуре. Это как раз то, что позволяет сделать эта камера. И в результате мясо теряет много влаги и становится более вкусным, более ароматным, более насыщенным. Мы срезали подсохшую поверхность, удалили излишки жира, и получился у нас вот такой вот стейк. Вы видите, что много жира есть внутри, то есть это мясо высокой мраморности степени, и в результате сухого вызревания коллаген в мясе практически разрушен, то есть мышечная ткань не такая плотная, как в невызревшем куске, то есть видите, при надавливании ямка не выравнивается, соответственно, это показатель того, что волокна максимально мягкие. Вы можете сказать, что это один из, может быть, самых сложных рецептов, которые у вас есть в ресторане, или это не так сложно? На самом деле, процесс приготовления стейка, он не такой уж и сложный, он не требует огромного количества знаний, он требует хорошей практики, но сам процесс сухого вызревания – это достаточно тонкий процесс, необходимо тщательно следить за температурой и влажностью для того, чтобы продукт именно созрел так, как нужно, то есть чтобы мясо ферментировалось, а не испортилось. Оно остается сочным именно благодаря тому, что много жира в нем содержится. How did you announce this new dish in your restaurant? We did a fantastic opening dinner with steak and fish in our restaurant, whereby we called all our guests, and it was sold out within a day, and it was a big hit. Then of course people see it, they see our fridges standing everywhere. They ask, what is this? And we start to talk about it. Our team is a huge ambassador of it. They loved it so much. That they speak to their friends, they speak to their relatives, so all the internal tools. And then of course Instagram, Facebook, I do hope that you follow us on Instagram, that we use, and the press is now also picking it up, so really the product is working by itself to get the message out there. What do you guys think about this meat? We were skeptic in the beginning. We thought, oh, will people like it? Yes or no? And it's been an absolute hit. Within the first month that we had this meat, because it takes a month to get ready, we sold out, and we thought this would not happen. So we actually had guests calling us, say, when is your meat ready? Can you please call us? So now we constantly have our fridges filled. Thank you.
Он такой сочненький, посмотри, вот такой вот мягенький. Я напробовалась.